Я из города Волгодонска, в Ростовской области находится город. Из обычной семьи, типа, не богатой, не бедной. Ну, в школе нормально, буянили чуть-чуть, как и все, да. До 9 класса доучились, потом уже более-менее начинать нормальную, так скажем, жизнь, спокойную, тихую, уравновешенную. Спортом начал заниматься вообще с 14 лет. Был бокс, полгода бокса, просто чтобы уверенно чувствовать на улице себя, увереннее, чем без него. Вот. После бокса с пацаном, с другом как-то пошли на ММА, и там и остался. То есть уже без промежуточных каких-то подготовительных видов спорта, сразу в ММА. Вот. Выступал по любителям на областных там турнирах у себя в городе, как бы на городских областных. Переехал в Москву конкретно, чтобы заниматься, выступать по боям. Хотелось выступать сначала, как бы набрать опыт по любителям, по союзу ММА повыступать. Был один такой момент, позвонили, просто предложили подраться в качестве разминки, проверить свой уровень, как бы свою подготовку. Попросили подраться за крепость, вот, сказали, что никакого рекорда не будет, как любительский бой, все, как бы, особо не настраивайся, чтобы ничего не перегорать, да. Вышел, подрался, потом увидел, что в Шердоге появилось мое имя, пополнилось, вот, и, ну, пришлось уже вот так дебютировать, так скажем, неожиданно для себя, вот. После этого не пускали меня на любительские соревнования в плане союза ММА, там на официальных турнирах не смог выступать после этого. Про бой в IPFC, да, ну изначально сразу после боя было куча мыслей, море эмоций в плане, как сказать, несправедливости. Очень было обидно с какой-то стороны, что судья не дал раскрыть себя, показать на потенциал, как бы показать хороший, красивый бой. Мы, можно сказать, выходили туда драться, но насмерть, поэтому хотелось, конечно, стоять до конца, до талого. Вот. Судья отобрал такую возможность у меня, поэтому сначала в планах есть выиграть Чингиза, потом выйти с судьей раз на раз с этим. Показать судье, что значит, как делается нормальный нокаут, настоящий нокаут. Не искусственно. Изначально, когда я начинал заниматься смешанными единоборствами, у меня кумир был Жизальдо. Я смотрел, увидел его видео, типа как он там с коленей вырубает людей, его лоу-кики знаменитые, все. И как бы на вот этом, так скажем, как это назвать, на этой волне начинал заниматься, как бы старался более-менее быть похожим на него. Сейчас, конечно, ориентир тренер Шамиль, потому что, ну, мы все на него равняемся, потому что он хорошего уровня боец, топового уровня, и он пример для нас. В первую очередь хотел бы подраться с Чингизом, доказать, что я лучше. После него я бы хотел приступить к судье, показать ему, что значит нормальный бой. Да, профессия есть, но она типа в жизни мне никак я с ней не столкнулся, с этой профессией. Это электроэнергетика, работа для атомной станции, в общем, грубо говоря. Сейчас, в последнее время, тренерская деятельность началась, пробую себя тренировать детишек, там, подрастающее поколение. Вот. Ну, хотелось бы попробовать развить себя в этом направлении, помимо спорта, как своей рабочей деятельности, как бы еще растить следующее поколение, помогать им в чем-то, чтобы они поменьше слушали Моргенштернов и всякую чепуху, то есть слушали нормальных ребят и учились у нормальных пацанов тоже. Чингиз, что тебе хочу сказать? Готовься, хорошо, хорошо кушай, вкусно. Тебе это все равно не поможет. Я тебя перееду. Мы закончим наш вопрос, неразрешенный в мою пользу.